посвящена современному искусству направление Science Art. Вообще оно сейчас очень активно развивается за рубежом, но у нас в стране пока что им мало занимаются. И такая вот выставка большая Science Art в Екатеринбурге проводится впервые. В произведении искусства совмещаются две такие совершенно различные ипостаси. Это какое-то научная разработка, которая перерабатывается художником и представляется вот в красивом, образном таком виде, понятном и притягательном для зрителя. То есть мы хотим показать, что наука – это не скучно, наука – это красиво. У нас вообще здесь 20 экспонатов, мы максимально их старались сделать интерактивными, чтобы люди общались с ними. Это мотыльки, где человек заходит в лес, и мотыльки заполняют контур его тела, а вместо головы у него видна лампочка. Или вот игры, можно поиграть в футбол, посшибать метеориты или попрыгать по кувшинкам. У нас есть совершенно уникальная разработка, это интерактивная рама, и «Не жди у моря погоды» называется экспонат, когда человек может с помощью всех 10 пальцев бесконтактно управлять изображением на экране. То есть это действительно вот мировой тренд. Сейчас мы управляем всеми гаджетами, прикасаясь к экрану, но в дальнейшем, конечно, отрыв пальцев от экрана будет происходить. И вот мы показываем вот эти первые разработки, как это будет выглядеть, как это должно выглядеть. В дальнейшем мы, конечно, планируем расширять и количество экспонатов больше и, может быть, подольше показывать на каких-то других площадках города. И, конечно, в будущем мы будем работать над этим. Здесь у нас представлен экспонат «Сферофонограф». Это интерактивная инсталляция Дениса Перевалова и его коллег. Суть в том, что звук записан не в линейном формате, как мы привыкли его видеть, а в 3D. То есть эта сфера, это и есть звук, и можно двигаться в любом направлении звуковой дорожки, тем самым становясь соавтором музыкальной композиции, либо какой-то другой аудиозаписи. Вашему вниманию представлены нано-люминофоры. Все заключается в том, что между двумя вот этими пластинами заключены люминофоры. Люминофоры – это вообще такой порошок. В природе порошков несколько видов цветов имеется. Порошок он смешан с лаком. Здесь вам представлены два вида порошков. Вот есть зелененький и фиолетовый. Также есть желтый, красный, черный и прочие цвета. В чем главное, наверное, преимущество? То, что производство светодиодов, мы производим различные их цвета. Там красный, желтый, зеленый. А здесь мы можем производить только одного цвета, но используя люминофоры, тем самым мы сэкономим именно на производстве светодиодов. Здесь экономический смысл довольно заключен хороший.